На Нур-Отан и Ассамблею народа Казахстана возложена особая миссия – консолидировать общество для достижения общей цели – вхождения нашей республики в тридцатку самых развитых государств, заявил первый заместитель председателя партии Нур-Отан Бауыржан Байбек на встрече с представителями этнокультурных объединений Алматинской области. В регионе прошла очередная отчетно-выборная конференция областного филиала партии, где был избран новый председатель регионального подразделения и обновлен состав политсовета. Одним из первых в республике Дом дружбы был построен в Алматинской области. Здесь в мире и согласии проживают представители 103 этносов и действуют свыше 70 этнокультурных объединений. Встречая с руководителями национально-культурных центров ЖТСУ, Бауыржан Байбек отметил, что единство и согласие народа – главное достояние нашей страны. Без них не было бы ни стабильности, ни процветания. А потому необходимо сохранить и приумножить это достояние. Именно единство и согласие – это фундамент нашей стабильности. И, как сказал глава государства Нурсултан Абишевич, это наш живительный кислород. Для качественного выполнения задач, озвученных главой государства в послании, необходимо больше внимания уделять разъяснительной работе, особенно с молодежью, говорили участники встречи. Нужно простым, доступным языком донести до населения идеи президента. Кроме того, они считают, что этнокультурные объединения могут выступить своеобразным мостом между Казахстаном и другими странами, который укрепит межгосударственные связи и привлечет дополнительные зарубежные инвестиции. Президент свое послание озвучил не на заседании, совместном заседании парламента, а именно на расширенном заседании политсовета Нур-Отан. Это говорит о том, что нас президент очень доверяет сильно нашей партии, очень рассчитывает на партию Нур-Отан, потому что это ведущая сила, потому что это партия конкретных дел. И самое главное, это партия, которому доверяет народ. Бауыржан Байбек также принял участие в работе очередной отчетно-выборной конференции областного филиала партии, на которой был избран новый председатель регионального подразделения Нур-Отана, аким области Амандык Баталов, и обновлен состав политсовета. Адильхан Сахарилы, Жасбай Бусонов, Алматинская область.